отмечают в ФНС России по Самарской области, услуга об информировании задолженности позволяет вовремя проследить, оплатил ли гражданин налоги, а также предупредить меры взыскания задолженности. Еще одним преимуществом СМС и e-mail информирования является актуальность сведений. Сервис предоставляет достоверные данные на текущую дату. Чтобы подключить услугу, нужно направить свое согласие из личного кабинета налогоплательщика, либо обратиться в МФЦ. Не чаще, чем один раз в квартал, налоговый орган таким налогоплательщикам, представившим согласие, направляет информацию о задолженности по налогам, если таковая вдруг у налогоплательщика возникла. Физические лица могут подавать согласие в налоговую инспекцию по месту жительства или в любой другой налоговый орган. Подробная информация о задолженности представлена на специализированной странице сайта ФНС России. Называется она «Информирование о задолженности». При получении СМС-оповещения о задолженности рекомендуем ни в коем случае не игнорировать это сообщение и оплатить все свои задолженности, потому что в противном случае будут меры взыскания. Быстро и удобно оплатить задолженность по налогам помогут электронные сервисы ФНС России, уплата налогов и пошлин, личный кабинет налогоплательщика, мобильное приложение «Налоги FL», а также портал «Госуслуги». Елена Чернявская, Константин Головин. События.